Афганские военные ликвидировали более 50 боевиков «Талибан». Спецоперация проходила в провинции Кандагар. Уничтожена также техника террористов. Ситуация в Афганистане в последнее время обострилась. Радикальная группировка «Талибан» развернула наступление на крупные города. Кроме того, на территории страны заметно возросло влияние ТЭГИЛ. Для борьбы с экстремистами правительственные войска периодически проводят масштабные спецоперации.